Приехал. Марго, моя внучка. Привет, привет, моя зайка. Привет, привет. Проходим, проходим. Чижик хочет тоже выбежать. Сейчас, осторожно, чтобы он не выбежал. Так. Ну что, и сразу только пришла и сразу рисовать, да, моя девочка? Маргарита у нас любит рисовать, но картина вообще... А что здесь будет, Маргарита, расскажи, пожалуйста. Это как тут домики будут, всякие растения. А это дорога, это дорога. А, теперь я вижу. А это? Это краски. А это краски. А, они здесь по номерам. Они здесь по номерам. А здесь фрагменты рисунка тоже все, оказывается, по номерам. Вот оно что, да? И ты вот номер, который соответствует написанному. А, вот так вот дети сейчас рисуют какие картины. Да, ну что-то должно быть такое интересненькое. Так что дети теперешние зря не проводят время просто так. Они либо рисуют, либо что-то читают, да, вам задают? Да. Много? Ты сегодня будешь тоже читать? Да. В общем, выходной у бабушки не просто поиграться, как в наше детство. Работаем, работаем, рисуем, читаем, занимаемся, да? Вот так. Маргарита, ты уже целый час сидишь, рисуешь. Давай мы, наверное, сделаем паузу. Немножко выйдем на улицу. На улице такое солнышко. У нас такая погодка супер. Так что сейчас выйдем на солнце, потому что скоро же будут холода, осень наступит. Что там? Ну, уже такой рисунок. Тут еще столько циферок рисовать. Боже мой, сколько их, Марго. Мне нравится наоборот. Тебе нравится рисовать. Да. Ну, пойдем, наверное, сделаем рекламную паузу, да? Погуляем на улице на солнышке. Витамин D нам нужен, правильно? И потом продолжим. Как хорошо на уличке. Лето, солнышко, да? Красота. Тепленько. Да, тепленько. Розочки цветут. Розочки наши цветут красивые. Да, Марго? Да. И солнце нас еще радует. Собачкам тепло. Супер. Так что вот так вот. Лето у нас в Одессе, ребята. Лето продолжается. У нас осени еще нет, да, Маргарита? Да. Поэтому мы вышли на улицу, чтобы размяться, да? Так, да. Зарядку какую будем делать? Какую будем делать зарядку? Чтобы немножко размяться от уроков. Вот, так что вот так. Что, классная розочка? А она ароматная, понюхай. Она очень ароматная. Ой, как пахнет. Да, она супер такая. Очень красиво. Красиво, тепло. Ой, лето продолжается. Но скоро же, наверное, похолодает. Маргарита, ты же, наверное, не хочешь, чтобы холодало, да? Не хочу. Да. Пахнет. Ага. Там тоже цветочки красивые. Супер, да, Маргарита? Расцвели как раз. Тоже пахнут. Тоже пахнут? Ароматные? Да. Да. А, Чижик к тебе побежал. Чижик, что, проголодался? Маргарита, а что мы сегодня будем обедать? Я хочу пиццу. Ты хочешь пиццу? Да. А Саша что хочет? Я соглашаюсь тоже на пиццу. Да, короче, на пиццу все согласны. Придется делать пиццу. Будем итальянцами сегодня. Да, точно, точно. Так что придется мне сегодня вам сделать пиццу. Кого ты там нашла? Божья коровка прилетела. Божья коровка? Вот она какая, божья коровка. Да. Так, Саша уже решил обрезать
обсохшие цветочки. Правильно. Потому что новые расцвели, красивые. А, и те ветки, которые антенне мешают. Правильно, нужно обрезать. Выпускай это божью коровку. Пусть летит. А мы идем делать пиццу. Кто помогать мне будет? Ну, конечно же, я. Да, хорошо. Видите? Давай. Ну, что там? Как там наша пицца? А пицца наша вот готовится. Моя помощница мяско с колбасой порезала. А я сейчас намазываю вкусняшечкой наш коржик. Я уже его раскатала. И вот вкусные здесь и помидорки, и томатик. И, конечно, мы уже натерли сырчик. Духовочка у нас включена, так что сейчас еще чуть-чуть и будет у нас пицца сегодня, потому что у меня внучка на выходной приехала, и я должна ее чем-то вкусненьким угощать, да, Марго? Она у меня послушная, хорошо учится, вот, поэтому мы уже, конечно, по требованию, по просьбе все выполняем, пицца так пицца, а ваши внуки и дети вас слушаются? Напишите нам в комментариях, вы им готовите вкусняшки? Да, Маргарита, тебе мама тоже готовит вкусняшки? Много чего готовит. Много чего? То, что ты любишь, да? Не дает то, что ты не любишь? Да, все то, что я люблю. Только то, что ты любишь, потому что ты у нас послушная, правильно? Так что сейчас мяском посыпем в духовочку, потом сырчик и будем обедать. Итак, наша пицца готова. Можно ее доставать. О, какая красота. Да. Вот такая у нас красота получилась. Вот. Пахнет. Да, Маргарита? Пахнет супер. Да. Короче, идем сейчас обедать, кушать. Уже проголодалась, да? Сейчас порежу, идем за стол. Что, наконец-то мы сели за стол. Вот наша пицца вкусная, аппетитная. Вот. И сейчас мы, конечно, приступаем пробовать, да? Конечно. Все, давайте. Итак, попробуем. Ну что, горячая? Очень горячая, но вкусная. Ребята, это очень вкусно. Сыр такой вкуснячий, тянется. Все довольны сегодня? Да. Да. Так что все, кто любит пиццу, делайте пиццу. А мы продолжаем нашу трапезу. А вам всем приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем пока. Очень вкусно.